Завтрак для моих мужчин. Всех с добрым утром и приятного аппетита. А вот это мой завтрак. Здесь у меня банан, сельдерей, шпинат, яблоко, корица, немного меда, семена чиа. И все это я залила молоком из кешью. Всем приятного аппетита! Всем еще раз привет и доброе утро. Я подъехала к физкульту. Вот он там находится сзади меня. На голове у меня сегодня вот такие косички, крутилки, вертелки. Я сделала их для того, чтобы максимально убрать волосы от лица. У меня сегодня первое занятие с индивидуальным тренером, а моя задача номер один – привести мышцы в тонус. Ну что же, поехали! Здесь у меня водичка с лимончиком, с имбирем и немного меда. Хочу вам предложить быстрый экспресс-салат, такой легкий, кто придерживается правильного питания, на перекус. А у меня, значит, в холодильнике были следующие ингредиенты. Я уже порезала салатик. Это, смотрите, огурчик, помидор, сельдерей, листья шпината. А потом у меня остался батат. С вчерашнего вечера я его посолила, добавила приправки, потом соевый соус. Значит, с приправ я только добавила хмели-сунели и карри. Все это перемешала, и минут 20 у меня при температуре 180 градусов он запекался в духовке. Вот, и была у меня еще фасоль отварная в холодильнике. Вот, про шпинат не помню, говорила, не говорила, еще шпинат. Вот, такая у меня будет заправка, значит. Я посолила слегка. Поперчила, дальше у меня семечки кунжута, я присыплю семена кунжута, и у меня вот такое льняное масло, я его заказывала на совместной покупке, вот оно, живое масло на дубовом прессе. Вот такой у меня маслица. Все, салатик 5 минут, все порезала, готов. Сейчас я его, значит, полью. Брызнула слегка маслица. Посыпала семечками кунжута. Наш экспресс-салатик готов. Всем приятного аппетита! Вот такой легкий и вкусненький салатик буквально за 5 минут у меня получился. Мало того, что он легкий, он еще и очень сытный и полезный.